Всем привет! Если вы автолюбитель, то думаю, вам знакомо желание усовершенствовать свое авто, как и мне. Порылся я на Алиэкспресс и нашел 12 интересных, необычных и классных товаров для авто, которые, думаю, вас удивят или заинтересуют. Приятного просмотра! Парковочный радар с камерой. Интересное решение для относительно простого и быстрого оснащения своего автомобиля камерой заднего вида и парктроником. Устройство выполнено в виде единого модуля, совмещающего в себе камеру с двумя датчиками парковки по бокам. Девайс устанавливается на идущий в комплекте кронштейн, который можно закрепить на планке, где расположены лампочки освещения номерного знака автомобиля. От радара в салон идет один кабель с несколькими разъемами. Один коннектор подсоединяется к комплектному зумеру датчиков парковки, а разъем камеры можно подключить к любому головному устройству с RSA-разъемом. Угол захвата 170 градусов. Отмечу, что камера отображает еще и парковочные линии. Складной фонарь на магните. Компактный, но яркий, влагозащищенный фонарь с удобным складным кронштейном и магнитным креплением. Работает от встроенного аккумулятора на 2200 мАч, обеспечивающего работу до 3 часов. Есть индикатор освещения заряда. 4 режима работы и 2 источника света. Световая панель и линза фонарика. Кроме этого, присутствует режим аварийного мигания красным и синим цветом. Есть несколько вариантов исполнения и размеров. Воронка для очистки окон от снега и наледи. Забавные и необычные, но по отзывам весьма эффективные средства для очистки окон автомобиля от снега и наледи зимой. Пишут, что справляется лучше обычных скребков. Размер воронки 14 на 10 и на 5,5. Форма для руки достаточно удобна. Интересно, что если снять нижнюю часть, то воронку можно использовать в качестве той самой воронки, например, для заливки омывающей жидкости. Матрас большого размера для автопутешествий и пикников на природе отлично подойдет в качестве походной кровати для сна в автомобиле. В разложенном виде имеет размер 1,88 м на 1,30 м. Внешняя часть изготовлена из полиэфирной ткани. Внутри мягкий вспененный материал, подушки надувные. Подойдет для 2-3 человек. В сложенном виде занимает совсем немного места. В комплекте идет чехол. На странице товара вы найдете большое количество расцветок. Лазерный парковщик для гаража – еще одна затейливая штука, которая поможет тем, кому приходится парковать автомобиль в стесненных и узких местах, например, в небольшом гараже. Перед первым использованием устройства паркуем автомобиль так, чтобы он стоял именно в нужном положении, и регулируем угол наклона лазера, чтобы точка от его луча упиралась в видное место, например, в приборной панели, и отмечаем это место. В дальнейшем при приближении автомобиля в парковщике срабатывает датчик движения и включается лазерный луч, по положению которого рядом с отметкой точно определяем, сколько места есть впереди автомобиля. Питание от комплектного блока питания или батарейки на 9 вольт. Походный набор для ремонта шин. Полезный автомобильный аксессуар, который поможет самостоятельно отремонтировать прокол в бескамерной покрышке своего автомобиля в дороге и спокойно доехать до шиномонтажа. Принцип использования прост. Специальным комплектным шилом с насечкой очищаем и придаем шероховатости краям прокола. Далее с помощью другого приспособления вставляем веревочный шнур, пропитанный составом сырой резины, которая отлично герметизирует щели. Обрезаем его выступающие концы, накачиваем колесо и едем дальше. В комплекте есть все необходимые инструменты. Ключ-трещотка для подъема домкрата. Инструмент, пользу использования которого можно особенно оценить зимой. Ключ-трещотка поможет более эффективно и быстро использовать механический домкрат, заменив штатную, обычно неудобную, рукоятку для подъема. Есть вариант для плоской и для шестигранной головки домкрата. Длина ключа 34 см. Есть переключатель направления вращения трещотки. Подходит не для всех домкратов. Параметры есть на странице товара. Адаптер для откручивания крепежа в узких местах, который поможет и не только в автомобиле. Открутить крепеж, расположенный в узком или плохо доступном месте. По краям расположены штифты для торцевых головок. Внутри корпуса проходит цепь, передающая вращающий момент с одного конца адаптера на противоположный, позволяя открутить хитро расположенные винты и другой крепеж. Длина адаптера 24 см. Стоп-разряд для аккумулятора – интересное устройство для аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Представляет из себя бесконтактное реле для защиты от полного или частичного разряда батареи с вибрационным датчиком для восстановления исходного состояния. По сути, это автоматический выключатель, который отсоединяет батарею от бортовой сети при падении ее напряжения ниже установленного значения. Это значение можно настроить под себя. Фактически данная штука не даст аккуму уйти в ноль, например, зимой в течение длительной стоянки или наличие невыключенного
конечного потребителя и так далее. Если устройство сработало и отключило аккумулятор, то в нем есть вибродатчик и достаточно слегка ударить по колену, чтобы оно вновь подсоединило к сети, а на странице товара есть все ответы на вопросы. Проекционный дисплей сделает ваше автомобильное путешествие более комфортным и безопасным. Вам больше не придется отвлекаться от дороги. Вся необходимая информация о работе вашего автомобиля будет отображаться на дисплее устройства. Расход топлива, скорость движения, маршрут движения, а также различные предупреждения и так далее. И всегда находиться в поле зрения. Работает по протоколу стандарта OBD2 или через GPS-систему. Магнитный тент для лобового стекла. Интересный защищенный тент на магнитном креплении для лобового стекла автомобиля имеет разные поверхности. Одна сторона черная матовая, а другая имеет блестящее светоотражающее покрытие. Первая может закрыть стекло от осадков зимой и осенью, а вторая защитит от нагрева переднюю панель автомобиля на весеннем или летнем солнцепеке. В тент вшито несколько достаточно мощных магнитов, что позволяет быстро и просто его установить, примагнитив их к корпусу авто. Размер универсальный – 2,10 на 1,25 на 1,45 м, поставляется в чехле. Термокружка с электрическим подогревом. Это далеко не обязательный атрибут в машине, но данная термокружка может повысить комфорт в вашем автомобиле. Устройство имеет встроенный нагревательный элемент, который может доводить воду до кипения. Такое изделие может помочь в дальней дороге. На чашке имеется цифровой дисплей и механические кнопки для выставления необходимой температуры. Питается кружка от прикуривателя. Что скажете, как вам видео? Что заинтересовало и понравилось? Есть что-то, чтобы вы хотели установить себе в авто? Жмите на лайк, если ролик вам понравился, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо, что смотрите. Хорошего вам вечера. Увидимся.